Мы на месте. Мы приветствуем Элиту. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, доверит. Хорошо, посмотри визуально, что мешает сканированию. У меня голограмма в виде ромба. Сканер разрежет эту голограмму, выведи ее вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами из ее биополя и как выйдет, отправляя в клетку-тюрьму. Пошел процесс. У нее голограмма, это подключена к ногам, к ступням, как у ромба 4 угла, вот по углам. К нижнему идут такие, как провода, к ступням, по бокам углы ведут к ладошкам и верхний ромб, угол – это шея. Хорошо, сканер все выведет. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму. Больше ничего не мешает? Визуально нет. Хорошо, даю команду. Значит, три сканера сканируют пространство над головой Элиты под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Элиты, находит все. Значит, у нее рептилоид, Грея, синий дракон, да. И инкуб, все. И сколько инкуб находится в этом биополе? 6 лет. Синий дракон, какой у нас синий дракон? 12.41. Сколько ты находишься в биополе, дракон? 1 год. Рептилоид 2 Грея, сколько вы находитесь в этом биополе? 2 года. Какой у нас рептилоид, Вера? 87. Лаборант, да? Лаборант. Цель вашей подключки, Грея. Что это за голограмма ромб, которая была подключена полностью по всему телу? Зеркальная голограмма передает информацию отражением. В спальне есть такая же плата на потолке. Эмоции прожитый день передает прямыми лучами. Как вы тормозили ее развитие, ее жизнь? Усталость и откачка энергии. Затраты энергии, мы бы так это называли. Хорошо. Синие драковые платы находятся в квартире? Нет. Значит, у нас только платы Грея находятся в квартире, которую мы сегодня чистим, да? Да. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Элиты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоаббрационную энергию в ее биополе. Канал выстраивается также к этой голограмме ромбу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоаббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Элите. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Итак, инкуб, 6 лет ты находился в биополе. Человека практически никто не замечал. Это твоя работа? Моя, конечно, я замечал. А как так получалось, что даже ее в чатах исключали, убирали? Это тоже твоя работа, где она хотела с кем-то познакомиться в интернете? Моя. Действие моих энергий. Понятно. И какая твоя цель была? Изоляция. Изоляция. Хорошо. Это ответ Элите на ее вопрос, почему ее в последнее время никто не замечал. Это делается накидкой инкуба или его магией, или его артефактами. Что делает синий дракон в этом биополе целый год? Скажешь, как ревность. Наблюдает. Закон. Что значит наблюдает? Ты воровал энергию? Я наблюдал и ее видение, и развитие, изучая образ души в человеческом теле. Ты вмешивался в этот образ души человеческого Нет. тела? Только воровал энергию? Не приходилось поддерживать свое нахождение. Ну, ты так называешь воровством, мне приходилось поддерживать свое. Как будто тебя кто-то приглашал в это биополе, что тебе приходилось поддерживать свои энергии. Конечно, ты воровал энергию, дракон. Я не воровал специально, я подпитывался, чтобы мне находиться в этом теле для моего изучения. А это не воровство, а на обучение ты пришел с ее согласия. Это не воровство. Познакомь тебя с печатью дракона, дракон. Я знаком. Если ты с ней знаком, перестань мне рассказывать этот бред. Тебя никто Ревер не приглашал. Закончился. Ты вошел насилием в ее биополе, тебя никто не просил приходить, не просил тебя о твоих услугах. Ты вошел, ты говоришь, ты изучал, и во время изучения ты воровал энергию. И ты говоришь, что тебе приходилось. У тебя причинно-следственная связь нарушена, дракон. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса, Элита забирает. Все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Элита себе обратно, на хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Забираем из этой голограммы частички ДНК, частички души, весь биоматериал. Все родные энергии на чистоте Элиты мощным потоком пошли назад. Готово. Начинаем с вытаскивания. Выходи, инкуб. Снимай все, что я оставил в ее биополе на своей чистоте, отключайся, возвращайся, докладывай готовности к проверке.
Что он снимает, Вера? Это на маска с лица. Маска с лица, хорошо. Какие люди видели инкуба в этой маске? Он показывает смешное, страшное лицо. Не все, только те, которые должны быть изолированы. Ага. Все снял. А ты решаешь, кто должен быть изолирован, да? Да, тот, кто мне мешает. Понятно. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью. Где стоят твои платы, наблюдатель? Это спина. Да. Это что-то типа крыльев, где он находился, его место. Крыльев? Да, у него крылья у дракона. А, у дракона. В области спины он находился. Да, хорошо. Выпуклые такие платы он снял. Хорошо, сканер, просканируй сейчас элиту на чистоте этой голограммы ромба. Если что-то осталось в биополе, оно пульсирует красным цветом, сканер отключает это и выводит. Здесь в области живота, это примерно центр этого ромба. И что там? Крепление. Крепление, да? Круглое, да. Хорошо, сканер, выводи его полностью, отключай, если он с чем-то связан, выводи все полностью. Готово. Отправляю крепление в клетку-тюрьму. Выстраивается прямой канал от элиты к этому креплению. И элита реверсом отдает все негативное и патогенное, что она от него получила. Пошел мощный поток. Что идет? У меня тяжесть была в животе. Хорошо. Вот это крепление, от которого была тяжесть. Отдаем всю боль назад. Готово. Установили фильтр золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса. Элита забирает из этого крепления частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на ее частоте находится, мощным потоком пошло назад. Готово. А что там было, Вера? Энергия оранжевый, желтый, чакра. Понятно. Итак, все убрали. Даю команду на рассинхронизацию элиты с рептилоидом, двумя греями и голограммой, синим драконом, его платами и инкубом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. А, готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия стегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы, отстегивается, открывая воронку в галактическое ядро. Канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Все прошли проверку. Инкуб, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. И он уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Синий дракон. Я хочу получить слово синего дракона, что ты больше никогда не войдешь в это биополе. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю. Ли, у меня здесь рептилоид 87-й, 2 Грея. 2 года находились, установили ромб. Биополе был подключен к рукам и ногам. Наверное, какой-то эксперимент. Все находится в клетке. Мы забираем Греев и ромб. Рептилоид, я тебе сейчас открою портал в квартиру. Ты пойдешь и снимешь все платы, которые вы оставили в квартире элиты. Все понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру элиты, и рептилоид уходит в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Все забрали? Да. Хорошо, поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом элиты, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низковибрационные эмоциональные энергии. Ей же сгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме, и фантом выходит. Такой серый, дымчатый фантом одиночества, разочарования, грусть, огорчение. Хорошо, элита, вы готовы избавиться от этих энергий, которые вы сами сгенерировали? Готова. Сворачивай энергию в шар, открывая воронку в галактическое ядро, и шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Поехали по частотам. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, элита, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я хотела еще раз пережить этот момент эмоциональный. И благодаря вам я себя чувствую именно так в этом моменте. Отлично. Счастливо и радостно. Очень хорошо. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу переходим к чистке вашей квартиры. Отключайся от объекта. Квартиру элиты ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Я здесь. Входи в квартиру. Значит, клетка установилась в зале. Да. Здесь рептилоид, арахноид. Арахноид. Черт. Черт. И воронка, все. Под воронкой открывая портал в галактическое ядро, воронка уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Рептилоид, ты все снял? Он снял плату в спальне, и он показывает да. Портал космический в зале.
Понятно, хорошо, мы закроем портал. Ты готов уходить? Готов. Больше не приходи ни в эту квартиру, ни в биополе. Открывая наверху портал против часовой стрелки на частоте рептилоида, он забирает, что принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Нет, здесь открывается портал межгалактической полиции. Они забирают Грея вместе с этой платой, им нужна вторая плата. Готово. По-любому ушел. Арахноид. Выходи, собирай всю свою паутину, все, что ты оставил, на своей чистоте, отключайся полностью и возвращайся назад. Если есть потомство, собирай. Нам шкаф, в основном в шкафу, и там вертикальных несколько паутин у него. Тихо и спокойно, конечно. Готов. Лучше не приходи в эту квартиру. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Какой у нас черт? 5. 5. Хорошо, черт. Выходи, собирай сначала все, что ты раскидал в этой квартире. Возвращайся назад. Ничего не забывай. Он очень быстро бегает. Говорит, что раскидать-то еще путем не успел. Собирается. Готово. Хорошо, черт, ты свое все собрал, теперь пошли по квартире, покажи мне все порталы, я их закрою, и после этого я соберу в дорогу весь негатив в этой квартире. Пошли. Он показывает здесь этот космический портал. Видишь его? Вокруг, в потолке, да? Внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Шкаф дальше. Идет. Пошли. Шкафу стена. На самом верху, там, в стене портал. Хорошо. Внутрь ходит, справа. В этом месте внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Дальше. Дальше в ванной. Где там? Здесь справа такая сушилка. Да. Полка справа. Вот эта стена, портал. Под этой стеной внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Все. Хорошо, возвращаемся к клетке. Даю команду на счет 3. Эмоции, мысли, чувств. Здесь космически чуть больше, чем эмоциональный. Такой эмоциональный, плотный, поменьше, средний космический. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, и он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, черт, твой шар забираешь? Забираю. Отправляю черту. Готово. Найди себе новое место обитания. Здесь будет все запечатано. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй и ставь огненную пентаграмму. Готово. Под клеткой открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. В автоматическом режиме. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Отключайся от квартиры. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.